В Видном состоялся долгожданный матч чемпионата России по мотоболу 2023 года, в котором встретились лидеры сезона видновская команда «Металлург» и «Колос» из Ставропольского края. В прошлом году в финале чемпионата ипатовцам уже удалось обыграть видновчан и увести хрустальную вазу победителей домой. Этот сезон для наших ребят – шанс изменить ситуацию в свою сторону. К минувшей встрече «Металлург» готовился основательно. Но с самого начала игра не задалась. В первом периоде счет открыли гости из Ставрополья. Отпор попытался дать капитан команды Иван Криштопа. В этот день удача оказалась не на стороне «Металлурга». Итог встречи 4-2 в пользу «Колоса». Ситуацию омрачил еще и тот факт, что видновчане проводили на заслуженный отдых игрока команды Антона Гусева, который мотоболу отдал более 20 лет. После серии ярких побед на отечественных и европейских соревнованиях Антон решил навсегда уйти из большого спорта. Это осознанное решение. Очень долго размышлял на протяжении, наверное, 2 месяцев. И решение далось тяжело, но нужно двигаться дальше. От спорта я получил как бы все звания, все награды. Печаль, грусть, но рано или поздно приходит конец спортивной карьеры у спортсмена. Как бы, ну, это ждет каждого спортсмена. Отыграться у «Металлурга» шанс еще есть. Впереди ответный матч с «Колосом» на их территории. Выездная встреча пройдет в Ипатове 30 августа.